Сколько еще будет длиться вот такая полномасштабная война? Говорили мы с вами об этом несколько раз. Я рассчитывал, что военный перелом определится весной. Ну, не только я, впрочем, рассчитывали многие. Ну, теперь что? Понятно, что это переносится на лето и отчасти на осень. Думаю, что до конца этого года в любом случае. В любом случае все закончится. Я думаю, что в любом случае до конца этого года. Я могу вам сказать так, что украинская армия достаточно сейчас военно-технического потенциала, чтобы с точки зрения российской стороны дойти до Москвы. Другое дело, что она этого не сделает. Поверьте, это мне говорили люди, которые не бросаются слова. А вы уверены, что она это не сделает? В этом нет никакого смысла. И вы понимаете, что на то есть очень серьезные причины, связанные не только с позицией Украины, но и с позицией в том числе тех стран, которые выступают союзниками и спонсорами Украины.